Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор вот данной модели, модель мотоцикла от фирмы Tamiya в 35 масштабе. Модель эта довольно-таки старая у данной фирмы, но она была очень недорогая. Купил ее в магазине Edward Ru. Так побаловаться, можно сказать. Решил приобрести. В наборе у нас получается инструкция. Так, на японском языке. Вот тут на английском. Инструкция у нас выполнена в виде вот такой вот бумажки. Так, предлагают нам начать с передней части мотоцикла. И вот так вот. Модель очень-очень-очень простая. Деталей тут крайне мало, так что это... Но, конечно, истинные ценители скажут, тут надо кучу-кучу допов по типу спиц травленых, но обойдусь так, побаловаться взял. В наборе у нас есть вот два литника из темного пластика и один из прозрачного. Также у нас есть лекали. Далее смотрим. Литник у нас получается с солдатами. Один солдат, который стоит, и один сидячий на мотоцикле. Хоть это и очень старая модель, она у них каких-то там 76 года написано, Tamiya 1976, но качество у данной модели очень хорошее. Мелкие детали пролиты отлично, обоя нет, недоливов нет, толкатели внутри. И еще один литник мы смотрим, также мелкие детали пролиты отлично, обоя на данных моделях нет, стыков пресс-формы нет. Ну прям идеал, можно сказать. Мне очень понравилось. Да, все отлично. Что могу сказать? Это модель буквально выходного дня. А вот еще литник из прозрачного пластика. Пластик действительно прозрачный, то есть качественный, расслоение какого-то либо нет. Вот, закончу обзор данной модели. Модель очень хорошая, мне понравилось. Соберу, покажу, посмотрите. Всем спасибо за внимание, ждайте следующих обзоров.